Ну как же это так? Решил концерн Daimler Chrysler. Нам не хватает кроссоверов, сювов. Может, я становлюсь крягой, но когда производитель делал не дурной по количеству модельный ряд и не ориентировался на нищих, было поспокойнее. И вот еще одно дитя глобализации. Jeep Compass. Он же Mitsubishi Lancer, он же Dodge Caliber, он же Jeep Patriot, он же Mitsubishi Outlander. Не похож? Ну что, платформа от Chrysler, PM, MK у всех. Только презервативы разные. Меня эта единая платформа уже смущает, не знаю как вас. Мало того, на этой единой платформе ничего особо выдающегося не производится. Поэтому требовать от Компаса быть оригинальным и неповторимым не стоит. Компас в качестве концепта дебютировал в 2002 в Детройте на североамериканском международном автошоу. Правда, концепт был с двигателем 3.7, естественно, V6. Однако закос под нищих явил миру только 2.4 гема со скромными 172 кобылками, еще более странный 2-литровый, тоже гема, и 4 о 154 лошадиных сил. Все это чудо производится в Белвидере, Иллинойс, и свет увидела в 2006, там же, на североамериканском международном автошоу. Самое забавное, что у ентого универсальчика есть еще и переднеприводная версия, что явилось достижением для машин, носящих имя Jeep. И как бы ни пытались америкосы навертеть его внутренний мир, безобразный пластик с острыми краями выдает позор Даймлера Крайслера. К слову сказать, в первом посткризисном 2008 Даймлер откосил от этого странного совместного создания. Единственное, что радует, так это умелая американская шумка. Так, давайте теперь прогуляемся по тому, как машина оборудована. Ну, 8 подушек безопасности. А, еще вот это. Потрясающая американская шумоизоляция. Вес капота, вот я его сейчас вот попытаюсь приподнять, вот посмотрите внимательно, как вот меня скрючило. А почему? А потому что, опять же, качество и прочность – это залог надежности. Под днищем защита из двухслойного материала, посередине резина, камешки бьются, вы их не слышите. Посмотрите, как запаска упакована. Вот эта толщина, да, нравится? Тоже шумоизоляция. Закрыли окна, вы вообще никого не слушаете, наслаждаетесь Boston Acoustics с музыкой, между прочим, от которой даже зеркало вибрирует. Теперь крепитесь, машину ни в коем случае бить нельзя, ни в какие места. Бампер – это обтекатель. Двигатель крайне редкий, да еще и фильтр картриджевый. CVT, то есть вариатор, требует фирменного мопара, который найти хрен знает где, и придется лить ниссановский NS2. По Евро НКАПу больше 2 звезд Компас не вытягивает, да и продавался он в кризис вейловато. Теперь про то, как на нем очень легко можно обосраться. Собственный опыт. На автомате полез в весеннюю полевую грязь. Эта долбанная, тормозящая тормозами псевдодоключаемая электроника заставила думать про нормальный джип с лебедкой. Ситуация выровнялась только тогда, когда принудительно заставил это тупое животное вертеть грязь и сохранять импульс в ручном режиме. И тогда он поплыл по-настоящему. И тогда, и только тогда стало ясно, что кое-что от джипа все-таки осталось. Только вот вопрос, если нужен джип, нахрен вам нужен компас?